Подвезешь? Давай, до центра. До центра, до сотки. Не так. Всем привет. Мы решили ввести рубрику «Дело в шляпе». Дело в шляпе — это когда ты не записал вовремя все стендапы и приветствия для видео и делаешь это потом. Но, судя по нашему виду, вы должны понять, что Стокгольм просто шикарен. Швеция открылась для нас с абсолютно неожиданной стороны, благодаря нашим друзьям, у которых мы сейчас находимся. Это невероятные классные ребята. Это отделение клуба Hells Angels в Стокгольме. Они вчера показали нам старый город в Стокгольме. Мы невероятно классно погуляли, посмотрели архитектуру, кучу магазинчиков. О боже, сколько здесь магазинчиков со всякими ништяками. Это просто победа. Ну и что мы с ним делать будем? Я не знаю. Прошлись вдоль каналов и, конечно же, купили новый дрон. Женя не смог удержаться. И был дико классный момент. Мы очень любим Руслана Усачева и постоянно смотрим его выпуски. И недавно видели, что он находится в Швеции. И просто, когда мы гуляли по Стокгольму, мы его встретили. И, блин, это круто! Пам-пам. Ты крутой чувак, Руслан. Ты нас никогда не увидишь, что ты крутой чувак. Я надеюсь, что дальше приключения... Да кого я обманываю? Я надеюсь, что нас ждет море приключений. По-моему, так нельзя говорить постоянно. Женя! Женя, давай переедем, Женя! Давай.